А из нашего окна вот такая вот панорамка. Так, всем привет. Потихонечку присоединяемся. Опа. Так, ну что, куда пропал? Связь. Связь везде отстой. И в Питере тоже стала отстойная связь, нас практически не видно. В отельчике есть Wi-Fi, можно теперь поболтать. Нет, мы ехали не на машине, мы ехали на поезде в купешечке. Привет из Калифорнии. Всем привет. Привет с Херсона. О, сейчас будет целая куча-куча приветов в разным областям. Собственно, вот. Радует вид. Мы тут высоко-высоко живем. Сзади нас заливчик. Ну, короче, вот так вот. Так, привет из Калуги. Где супруга? Так, привет, Сахалина. Идем к супруге. У Маси была маленькая имплантация костной ткани, вот сюда в челюсть, поэтому у нее личико распухло. Она говорит, не показывай меня. Но, говорит, для перископа можно, наверное, показать. Привет из Беларуси. Очень ощущается, есть такое. Видели меня в институте, более популярно у нас сейчас. Мы развиваем конкретно ее. Вот, тату яркая, потому что она сделана позавчера, в 6 утра. Сейчас покажу вам наш номер. Так, стоп, сейчас перевернем камеру. Опа. Так. Такой вот тут у нас номер. И вот такой у нас тут масисек. Во. Масисек. Масисек. Нет, у меня Не депрессия. показывай меня близко, я некрасивый. Ну ладно, ты у меня замечательный. Ты уже всем рассказала про мой зуб. Да, уже все в курсе, что у тебя такой зубчик. Вот, собственно, вот такой вот у нас номер. Здесь у нас тоже шикарный вид из окна. Такое вот почти панорамное окно. Так. Есть ли на мазике трусики? На мазике есть даже лосинки. Репетузики. Репетузики на мазике есть. Мазики Так, ну что, надо сейчас так сесть удобно, чтобы мне было удобно болтать. Опа! О! Я тоже там могу что-нибудь вставлять. Вставлять? Нет, что-то так Вставлять. меня не видно. Подожди, сейчас надо как-то сделать, чтобы меня было видно. Так, Саня, что делаю в Таллине? В Таллине встреча, откатываем визу, встречаемся с подписчиками, так что целая куча всего. Мася говорит, пусть покажет, какие трусики. Окно бликует. Есть такое. Но сейчас мы поменяем вид из окна на вид в кроватку. О! Кроватка. А кроватка есть большая, удобная. Мася, что ты не рядышком? Давай попади в кадр. Ага, я как раз этой стороной больной щекой. Да, Таллин нам понравился, обязательно сюда будем возвращаться. Бываем ли в Москве, бываем. Скорее всего, во вторник еще будем. Мася не говорит, ты как всегда прекрасна. Покажите трусики Масе. Это кто-то такой фетишист по Масикиным трусикам. Так. Что употребляешь, спрашивает. Ничего не употребляем. Сок свежевыжатый употребляем. А, походу здесь связь опять подвисает, не? Как Масины родители относятся к вам? Не знаю. Мы не спрашивали, как. Зачем ты красишь глаза? Не крашу. Это татуировка. Так, пускай покажет Сиси. Ну, смотри, тут какие у нас это. Не смотришь ли ты Олимпию? Нет, Олимпию я не смотрю. Уже давным-давно не интересуюсь всем этим. Кто я по гороскопу? Овен. Общаемся ли с Колковым? Нет, практически не общаемся с Димой. Так, татуаж на глазах? Да. Чего еще хорошего? Мася, там такой вид на самом деле красивый на Да, залив. ясно, очень красиво. Ну так пойдем, посидим там. А. Где? Там. Там это где? На, держи, я пока футболочку одену. Ой, подожди. Заодно почитаешь. А что я почитаю? Только я не буду показываться, а то я некрасивая. Да ты задолбался, красиво, некрасиво. Давай, читай комментарии. Да, ой, там так много пишут. Погодите, я не А ты что успеваю. показываешь им? Красивый вид кровати, да? Не, ничего не показываю. А перевернуть тогда Во, вот меня. я вот так вот, во, покажу чуть-чуть. Покажи трусики. Чего вы там привязались к моим трусикам? Так. Ой, а кого там надо банить? Так, покажись, Мася. Мася, ну ладно, покажусь. Смотрите, какой я хомяк.
Видите, как у меня щеку раздуло. Я некрасиво, поэтому сейчас не фотографируюсь и не показываюсь. Вот. И здесь он как больно. Все. Все? Да. Так, пойду обратно к окну. Там и свет лучше. К окну. К окну. Сходи к окну. Да не к окну я пойду, а к панорамному окну. Вид там лучше. Вот такая мазь у нас стеснительная. А там на заднем плане у нас чего? Кораблики, лайнеры разные. Так что вид шикарный в этот раз. И отель хороший. Крашу ли я ногти? Крашу. Так, в очках очень даже классно. Да, маска сейчас у нас в очочках. Так, сейчас вам покажу, что у нас здесь красиво из окна видно. Опа. Так, всегда Кока-Кола. Это у нас вот такой вот баллон Таллин. Собственно, вот так. Что еще? Так, эти лайнеры уже причалили. Лайнеры такие. Утром они были далеко-далеко, а сейчас уже здесь. Опа. Мы не по путевке, мы просто взяли себе билетики в купешечку и приехали вот сюда вот. Так, кого видите? Ха-ха. Кого видите? Видите меня. Но меня сейчас мало стало в перископе, еще меньше стало меня в ютубе. Я в основном перешел в инстаграм. Там все гораздо интереснее и популярнее. Так, удочерите меня, вы такие клевые. Если бы мы вас удочерили, я думаю, что Мася мне дала бы в бубен. О, Малинка, Малинка, привет. Редкая встреча в редком перископе. Какая здесь виза? Ну, Таллин это Эстония, а у нас, по-моему, латвийская виза. Соответственно, все равно прокатывает. Звука нет? Да ладно, Мася, может, нажала куда-нибудь? Нормально все со звуком. Ногти, хотите ногти? Посмотрите. Так, сколько стоит отель? Не знаю, сколько стоит отель, у нас везде друзья. Соответственно, отель нам вышел крайне недорого. На букинге он, по-моему, стоит что-то в районе 23 тысяч на 2 дня, а у нас он вышел что-то порядка, по-моему, 11 тысяч. Вот, собственно, вот так вот. Да, виза нам нужна, чтобы ездить в Европу, потому что у нас много разных встреч и всякого такого происходит. Так, Маринка нам целую кучу поцелуйчиков и кофе прислала. Эстония, да. Что с тату на груди? С ней все в порядке. Она растет, преображается. А следующий сеанс у нас в среду в 6 утра. Ну, в общем, все как обычно. Крайне-крайне рано. Если бассейн, бассейна нету. Бороду не люблю, не люблю растительность. Собственно, вот так вот. Так, артист начинающий. Показать тату на груди полностью. В начале, по-моему, есть татуировочка, там все есть. Да и более того, в инстаграме, ребята, она полностью вся снята. Смотрите, подписывайтесь, так что вот так вот. Надеюсь, с тобой сфоткаться тоже тут в гостях. Ну, так и вперед. Мы живем в Radisson Sky Blue, так что пишите в инстаграме, в директе мы всегда смотрим и встречаемся обычно с ребятами. Так что так, все. Пойду к Масе, давайте задавайте еще 5 минут в вопросики, а дальше мы пойдем гулять, как обычно, в старый город, завтракать где-нибудь вкусной вафелькой со сливками. Тут если так вкусно, убиться просто можно. 4 звезды? Я думаю, да. Саня, ты ограничиваешься в виде? Правильно питаешься? Нет. Я в виде не ограничиваю себя, питаюсь я не особо правильно, хотя я не люблю есть соль практически, ем все не соленое. По крайней мере, когда мы дома, точно так. Ну и, соответственно, я просто много не ем. Не люблю я есть много. Вот. Саша, как хандру побороть? Не знаю, что такое хандра? Это типа, когда ничего не хочется? Взять вкусную мороженку, включить любимый видеофильм с любимым в кроватке, и вообще становится все хорошо. О, прикольно. Как меня найти? Не знаю. Забивайте на ютубе Саша Шпак, а там, соответственно, есть все данные. В инстаграме, по-моему, александр.шпак на английском. Чем зарабатываю? Умом. Как ты вес не теряешь? Как не теряю вес? Да он зафиксирован. То есть я вообще не ем, но он будет 108. Много ем, ну там, он будет
115, собственно, вот так вот он весь и держится. Вот, собственно, так. Масенька, как ты себя чувствуешь? Я? Да. Нормально, только вот этот отек меня, конечно, смущает, что я такая вон. А когда мы пойдем гулять в старый город? Некрасивая, я переживаю. Я предлагаю пойти нам в старый город, нагулять аппетитик, и потом пойти в ту кафешечку и И поспать. поесть и поспать. В общем, Прекрасный план. вот такие у нас планы на выходной. Шикарно. Чем я и люблю Таллин. Здесь узкие красивые улочки, красивые башенки, красивая архитектура и еще более вкусная еда. Спроси у людей, может, знают, как это вот, что это случилось у меня в Фейсбуке такое. А что у тебя случилось в Фейсбуке? Они удалили практически все мои фотографии. Они говорят, что я голая и все такое. А там нету голых. Чего имеет в виду, непонятно. Женщина? Чего это непонятно? Все это понятно. Так а что ты от них Что я хочешь? непонятно объясняю? У меня удалили фотографии в Фейсбуке и заблокировали мою страницу, потому что какой-то урод пожаловался на мои сиськи. Что непонятного? Как мне теперь это разблокировать? Что непонятного? У тебя для этого есть он, Леша. Пиши Леша, и пускай разбирается со всем этим. Он у нас... Что это там? Я? Да что-то это мне сказали про трусы. Я смотрю, в каких я трусах. То я забыла. О, давай нам еще перископ запанит. Тихо, не смеши Тебе меня. нельзя улыбаться, да. Может лицо треснуть. Так. Провожу ли я тренировки дистанционно? Да, все это есть. Пишите моему администратору Евгению Хайтовичу. Он объяснит вам, какие есть условия, как записываться и тому подобное. У тебя шлятор был? Я даже не знаю, что это за слово такое. Так. Что тут у нас еще? Кто-то с трусиками меня уже достал. Я уже скоро вам свои покажу трусики. Вот тогда будет тут. Пробьет трансляцию. Ой, не смеши. Нет, покажи ее, говорит Саня. Чего, увлекаетесь? Я сейчас некрасивая. Как меня можно А они показывать? не всю тебя хотят, они хотят только нижнюю твою часть с трусиками. Только с трусиками. Да, чё, жалко, что ли? Вот, жесткий фрик. Я на нее пожалуюсь, Олеська. Вот, ты супер красивая. Почему нельзя улыбаться? Потому что у Маси там имплантирована в десну косточка, И которая... зашит рот. Да. Так что вот так вот. Так, ну чего? Короче, если нету десятка интересных вопросов, мы начинаем тогда выходить и идти гулятенькать. Так, вы занимаетесь духовным развитием? Разумеется, как физическим. Хорошей прогулки. Спасибо. Ставьте активные сердечки под конец. И давайте мы уже что-нибудь будем заканчивать, да? А то у меня уже надо татуировочку тут помазать. Я вон смотрю, такая она у меня. Так. Че, не бреемся? Лень мне бриться. И мы бритву с собой не взяли, да? О, шикарно, мы бритву не брали. Отличная отмаза. Привет из Зосо, спасибо, зачем тебе куйки? Целоваться удобно и фрукты есть, они не брызгают так. И все. Честное слово, попробуйте. Сколько вложил в тату? Много. Считайте квартиру. На самом деле все гораздо проще. У нас и пластика, и стоматология, о, и татуировочка, и перманенты. У нас все по-другому. Везде у нас есть хорошие друзья. Когда буду в Новосибирске, честно говоря, не знаю. Для меня все, что дальше Петербурга, другая страна. Все, мальчики, девочки, всем огромное спасибо. Всем хорошего, хорошего субботнего дня. Ну и, собственно, прекрасного настроения. До встречи. Караганде тоже привет. О, господи, трансляция. Трансляция, она всегда вот так останавливается через вен. Мася, трансляция еле-еле останавливается. Я не понимаю этого, почему так и происходит.